Певец текилы снялся в эротической фотосессии с женой друга. На черно-белом снимке полуобнаженные молодые люди. Девушка, как модель плейбоя, в черной кожаной маске. Грива прикрывает рукой грудь при этом. Судя по фото, только головной убор она и надела. Если вы спрашиваете, кто такой текила и что он исполнил, вот ответ. Фотографию покажу, конечно, но позже. «Держи меня, не отпускай». Возможно, Дарья Захаренкова это тоже говорила. Девушке 26 лет, она фитнес-тренер. И, судя по Инстаграму, хорошая приятельница текилы. Знакомая была вместе с артистом Эверой Брежневой на съемочной площадке клипа «Этажи». Тренер и модель, она любит быть в центре внимания, особенно позировать. Только, судя по снимкам, в Инстаграме она снимает в основном себя. В ленте только 4 фото. 2 с текилой или по паспорту Александром Тарасовым. Ребята втроем вечера вместе проводят. Хотя муж вряд ли догадывается о тесной дружбе супруги и приятеля.